Айза Анохина внезапно призналась, что Влад Соколовский ездил по ночам к звезде Дома-2, когда Рита Дакота ждала первенца. Все подробности сегодня на канале «Сплетники». Вы наверняка помните, как в прошлом году Рита Дакота подала на развод с мужем. Буквально сразу после того, как новость о разладе в семье музыкантов попала в СМИ, стали появляться новые и новые подробности скандала. Сама певица призналась, что многих любовниц супруга считала своими подругами. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей, писала Дакота. А сегодня Айза Анохина назвала имя еще одной пассии, с которой Соколовский изменял беременной жене. «Да я когда узнала о его интрижке с этой жужей, перестала общаться с обоими», — заявила Айза. По словам Анохина, это случилось позапрошлом году, когда Рита находилась в ожидании первенца, однако подруга сразу не стала говорить ей о неверности мужа. Стоп! По-моему, произошло недоразумение. Позднее Катя Жужа опровергла свою связь с Владом. Вы факты приведите, это вранье полное. Ну, вы думаете, что Айза Анохина вот нам такую информацию сообщает? Потому что Айза Анохина лучшая подружка Ксюши Бородиной. А с Ксюшей Бородиной мы не общаемся. Они поссорились уже довольно давно, но с чего вдруг Бородина может быть замешана в скандале с Соколовским, Катя не объяснила. Он знает, что он говорит. Ксения Бородина не осталась в стороне и высказалась по этому поводу. Во-первых, эта история ко мне не имеет никакого отношения. Это история Влада, Риты и всех прочих людей, да. А если Кате Жуже так нравится лишний раз приплетать мое имя, просто потому что она больше не интересна, ну, как бы это не мое дело. А сам Влад пишет у себя на странице какие-то пространные сообщения о том, что нельзя перемещаться во времени и что-то менять, и, видимо, раскаивается в своих легкомысленных поступках. Я как человек, который побывал на дне, могу сказать вам, что не оттягивайте, потому что там на дне очень холодно, больно, и там по-настоящему хуёво. Внутри каждого из нас есть мерило, которое не даст тебе самому себе соврать. Непонятно зачем Айзе, подруге Риты, снова нужно было начинать трясти всем этим грязным бельем. Разрушилась вот таким образом. Вот что со мной произошло. На самом деле, это жутко же. Как вы считаете, она хотела обратить внимание на себя, или это нужно самой Дакоте, чтобы поднимать волну хайпа, по примеру, Бузовой? Мое сердце цунами, где выжила только я. Мне Богу, что между нами, я не доверяю, я ранена в душу. Пишите свое мнение в комментарии, вступайте в наши группы в социальных сетях и подписывайтесь на канал.